По-узбекски. Давайте покушаем. Мокрая. Просто космос. Такое удовольствие. Последние кусочки рая. У меня все залипло. Ватутин.
Сладкого есть десерта? Давайте приступим. Как же это вкусно. Заливает. Такая сливочная, жирная. Знаете, я теперь только расчувствовала этот запах. Я его услышала. Это конкретный запах шахты. Шахта вот с углем. Шпалами пахнет. Вот теперь я точно поняла этот запах. Насыщенный аромат метро. Шпалы. Ни одна так не пахнет, как она. Блаженство. Обволакивает весь рот. Не сильно соленая. В меру. В мокром виде она в меру соленая, а в соленом, а в сухом виде она очень соленая, поэтому я ее ем всегда в мокром виде. Так она в 100 раз вкуснее. Она раскрывает все свои запахи. Балдеж. У меня только большой кусочек. Распадается на мелкие пластинки, а потом превращается в жирную массу. Как же это вкусно. Супер крем. Твердое попало. Редко, но такое бывает. Ах. Надо воды добавить. С бульоном. Супчик. Залипает, как у бобра. Последний кусочек.
Вкуснятина. Все съела. Объедение. Всем привет. Голубая узбечка. Сразу мощный аромат метро. Вкусная. Очень быстро тает. Камушек. Такая насыщенная. Такая солененькая, залипает, конкретный запах, метро, шпалы, ни одна так не пахнет, как она, за это я ее обожаю, запах метро я люблю с детства. Супер сливки. Последний кусочек. Надо было побольше. Я даже как будто не наелась. Последний раз 2 килограмма купила. Вот она. Когда я ее ем, я ни одна блина мне не приносит столько удовольствия, сколько она. Вот этот запах метро ни с чем не сравнится. Заебло все. У него был зубанка дёсна.
Блин, как вкусно. От души. Такое соленое. Весь рот обволакивает соленое сливочное. После вкуса. И аромат метро стоит в носу. Шпалы. У нас тут одну остановку пройти, если в Махалю. Там у нас железная дорога и мост через реку. Бурсу, кто знает. И раньше мы часто хотели туда купаться. И там эти шпалы, пропитанные вот этим мазутом, я не знаю чем. И я, блин, я их всегда так нюхала, как нарк. И вот этот запах у меня сейчас во рту, представляете? Вот эти шпалы из детства. Наверное, поэтому я ем с таким удовольствием. Это как ностальгия у меня о детстве. Вот эти шпалы метро.